что там, ну, максимум 100 тысяч долларов мобильное приложение, все, все мы диджитал и так далее. Вот. Поэтому вот те, кто пока еще так рассуждает, естественно, они далеки от там, реального сознания. Есть банки, ну и там, понятно, самый яркий пример на рынке Украины — Приватбанк, который давно и серьезно стал обращать внимание на IT и инвестировать в эту всю историю. Поэтому мы видим как бы такой отрыв от всех, и поэтому как бы они находятся немножко как бы, в другой весовой категории. Что касается, как отбивать, ну это опять же вопрос стратегии розничной банка. В нашем случае это, скажем, ну, если совсем упрощать, то это рынок, это бизнес кредитных карт. Да, мы понимаем, что это кредитование, это пассивы, это платежи, то есть все, что сопряжено с бизнесом кредитных карт, эти вещи все оцифровываются, считаются, строятся бизнес-планы, поэтому инвестиции, они всегда несутся под какие-то планы по зарабатыванию денег. Да. Мы все-таки не благотворительная организация. Поэтому это тоже от банка к банку очень отличается, да, кто-то это чувствует, понимает, знает, кто-то нет, поэтому я думаю, ситуация неоднородная. Спасибо, коллеги, за интересную дискуссию. Мы должны заканчивать и передавать слово дальше. Все, спасибо. Дорогие коллеги, это Бажин, всех участников дискуссии.